Всем привет! Сегодня мы поговорим об этом проекте. Сайт данного проекта я оставлю в описании под видео. Можете сами перейти и ознакомиться с информацией данного проекта. Как мы знаем, сама концепция технологии блокчейн подобна интернету, которая стала технологией для облегчения потока цифровой информации. Просто технология блокчейн является формой новой технологической революции, которая способствует безопасному цифровому обмену. Эта общедоступная сеть может использоваться для чего угодно, от валютных транзакций до управления активами, хранящегося в токенизированной форме, и может одновременно использоваться для обмена в сети цепи блоков на основе одноранговых отношений. Первая реализация технологии блокчейн появилась примерно в 2009 году через первую криптовалюту, где эта система электронных денег, основанная на технологии блокчейн, которая вводит концепцию безопасных устойчивых к цензуре одноранговых транзакций, доступ к публичной сети блокчейн может получить кто угодно из-за ее концепции. Их команда вводит стратегию инвестирования, которая недоступна для следующих банков, обеспечивающая меньший риск и большую прибыль за счет интеграции передовых алгоритмов, обеспечивающих большую потенциальную прибыль. Так, давайте скажем пару слов о проекте. Это экосистема управления активами, основанная на технологии блокчейн. Это экосистема, предназначена для создания новой формы финансовой системы, которая позволяет максимально управлять активами своих пользователей за счет использования технологии блокчейн, обеспечивая гибкость и прозрачность в каждом процессе. Эта экосистема представляет собой сложную финансовую систему на традиционных рынках, которая интегрирована с технологией блокчейн, обеспечивает справедливую и простую в использовании систему для всех. Внедрение смарт-контрактов также обеспечивает автоматическое выполнение транзакций без необходимости третьих лиц. Эти процессы будут управляться с помощью, как мы знаем, сложных алгоритмов, также интегрированных в смарт-контракты, для того, чтобы обеспечить более точные и прозрачные результаты. Команда разработала уникальную платформу со сложной структурой, протокол интегрированной с технологией блокчейн. Он обеспечивает более быстрый и дешевый процесс. Их платформа также объединяет смарт-контракты, которые обеспечивают автоматизацию процесса. На этом все. Дополнительную информацию о проекте я оставлю в описании. Всем до встречи!